5? Я хотел раз отключился. Там дешевый адреналин в этом магазине. Сколько он стоит? 79 рублей. Чуть-чуть было видно было. Ну так некрасиво будет, блядь. Какая разница, да? Красиво, некрасиво, я прошу. Че, ты видос заценил? Все, да. Я сначала не понял, знаешь, какую фигню? Когда мы вот этот купаж снимали манекен челлендж. Но. Второе видео, где ты сидишь. Я. Думаю, как ты можешь сидеть там, если ты снимал? А это же Дима снимал. Да. А ты думал, я? А я что-то забыл, то, что Дима снимал. Я думал, ну не получилось. Ну там видно только Ира, думаю. Ну да, только у нее видно, больше так не видно. АМГ, РС? Да, или М. Стандарт? Ну вообще, да. Ну, максимальный АМГ, максимальный, ну, я имею в виду, ну там, без тюнинга, без всего. Ну как ну, завода, да, идет? Ну, да. Заводской, который тюнинг. Ну вот 63-й, идет. Считай, АМГ. Мне кажется, 63-й будет самый охуевший. Ну, по лошадям вроде нет. А, наверное, по этой, как по мощности, как она называется, блядь? Крутящий момент? Да, крутящий момент, может. Ну там же, блядь, все в совокупности же должно быть. Да и конкуренты друг другу, мне кажется. Ну, РС вроде пятерка. А, нет, да. Самая пизда, да. Ауди. Ну бэх-то, по идее, еще это нахуй. Че? Заднеприводные. Я думаю, они. А Ауди полный привод, да? А Мерседес задний привод. Мерседес, я тоже думаю, скорее. Задний привод не помню. А хотя хуй. Да нет, задний. Помнишь же это видос, когда, блядь, на мотоцикле 300 ебашит догнать не может, 63-й на сешку, блядь. Мне кажется, там на тюнинговая какая-то. Ну вот я смотрел, самая быстрая Е200 России, короче, Мерс. Что-то там. Сейчас мы еще поснимаем. Подписчики новые, да? Вечер будет длинный. Да? Да. Что за правило? Да? Да. Что сейчас мы можем найти такой пиздатый, типа, на квесты. Вопросов со сотрудничеством. Директ, все дела, да? Да. Типа, статистику идет в Инстаграм. Я не знаю. Диман, прыгнешь в контейнер сейчас? Это ж пиздец, мягко. Вот со стола. Не, ну если вот поближе. Давай, Дима. Красота.
на фотке, на главной сцене, знаешь? А есть народ? Чё? Бля, парк вообще охуенный. А? Парк охуенный. Я ромашка, бля, ты кто тут? Эй, пацан! Так, парк, скажи нормально вообще. А? Знаешь, куда можно гореть? Надо у них спросить, как доехать до вот хуйни, короче. Я знаю, там темно. Ты что там? Я хотел туда съездить, не пишешь? Нет, я вот туда попал. Я понял, там палуба такая, да? Да. Театр он. Так? Сейчас уже попозже поедем, тогда что-нибудь поснимем. Так-то будем прыгать? Давай, двойное, да. Давай, знаешь что, разбегись, короче, по всем лавкам вот так вот. Да!